Поздравления и слова благодарности в адрес тех, кто сейчас буквально сражается на передовой. 28 апреля – день рождения службы скорой медицинской помощи. Глава округа Михаил Токарев на несколько минут заглянул на Сергиево-Посадскую станцию скорой помощи, чтобы поздравить врачей и поблагодарить их за работу. В вашем лице, всей вашей команде с праздником профессиональным. Он, говорят, не официальный, но зато, мне кажется, он от души. Поэтому с праздником, большое вам спасибо. Вы наши герои, ну вот без всяких, на самом деле. Давайте удачи, главное здоровья. Берегите себя, чтобы вы берегли нас. В условиях распространения коронавируса нагрузка на сотрудников скорой помощи выросла больше, чем в 3 раза. Одновременно работают 17 бригад. Они развозят пациентов по всей Московской области.